Банде Гуру Пададдандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопи Джано Самаюктам Биндаванам Манухарам Ванча Калпатору Вашчеки Пасинду Бевача Батитананг Павуне Бхавишна Вибхьо Наму Намаха Мукан Кароти Вача Ланг Пангунг Ланг Хетгирин Ятки Патам Ханг Ванде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсиде Бхай Пиявай Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатто Ваттой Наму Намаха Нараяна намаскритта наранчайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мадире Шанкитане кишна катупадеши Гаурия патрашо пракасанеча Садану ракта гуру бхакти юкто Бхакти прамадакша жагод барана Дхейям сада парибхавагнам авиштадухам Тетхаспадам сивабхиринчанутам сараньям Бхитаттихам панутапал бхавадипутам Банде махапурушате чаранарабхиндам Ятпадапаллаванакачандаманичатая Биспуржитакимапикапавадушвадарши Пурнанураграсасаграсарамуртихи Сарадхикамай кадан кипам карош. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари, Хари. Аджану ламбита бхужау канака будату, Шанкиртанай кавитару камала ятакшу, Вишамбару дижабару джугодхарму палу, Банде жагат прия кару, каруна бхатару, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Бандито Дипарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхаван Рупена Садана Ранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тавам Бхагам Нараяно Прияманга Мадапхарам Баранаси Пурапати Бхаджавишанатам Баги Саджасва Бадане Лакшмир Джасвача Бхакшаши Джасвасте Хидам Самби Твам Нишингамахам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари, Хари. Данте тинакам нидхайо, падайор нипатто, какушат этад хамба брими, хе садаво, шакаламива вихайо дура, Чайтанна Чанда Чарани Курутануррага Данте Тинакам Нидхайо Падайор Нипатто
Какушат этадахам брми, хе садхаво, шакаламева вихайодара, шакаламева вихайодура, чайтанна чанда чаране, курутанурагам, чайтанна чанда чаране, курутанурагам. Гаурия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад, Джагадгуру told, Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam is our slogan. We, Gauriyama devotee, we Saraswat Gauriyama devotee. Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam – это единственный девиз Гаурия Матха. И с этим девизом мы можем прийти в Враджадам Шри Чайтанья Махапрабху. Он Санкиртан Пита, он отец Санкиртана. Он в доме Шивас Пандита он зажег огонь Санкиртана Яги. И вот отец Санкиртана Шри Чайтанья Махапрабху, он зажег огонь Санкиртаны в доме, в храме Шивас Пандита. И мы все Гауди, если мы сможем посвятить нашу жизнь причине этой Санкиртана Яги ради нее, то мы сможем говорить о себе как о подлинных Сарасват Гауди преданных, иначе у нас нет права заявлять так, если мы готовы посвятить свою жизнь ради этой уникальной, великолепной причины, этой Санкиртана Яги, если мы готовы посвятить свою жизнь Санкиртана Яги, то тогда и только тогда мы сможем заявлять, что мы Сарасват Гауди преданы, иначе нет. Поскольку в Санкиртане, в Санкиртане всякое, все связано с Кришной. Внутри Санкиртана Яги можно найти все, что связано с Кришной, имя Кришны, его слава, его параферналии, все, все, что связано с ним. И весь мир. Он может развить свое сознание относительно Шри Кришна Бхаджана. Они могут развить такое сознание. Мы обсуждаем Удав Самвати. И когда мы смотрим, что Удав Махарадж удивлен, видя великолепную любовь Нанды и Яшоды и Враджаваси. Удав Махарадж, он не может понять, даже во сне он не может понять, осознать такое, что такая великая любовь, она вообще возможна, которую Удав Махарадж видит внутри Вриндавана. И я уже сказал, что такой путь проповеди Бхагаван Шри Кришна, он хотел проповедовать эту божественную любовь. И такая проповедь, она позитивная, она уникальная, она редка. Такая абсолютная проповедь. Чтобы ее совершать, такую позитивную проповедь, она долгое время занимает. Люди не понимают, что это за проповедь такая. Обычные люди, они не могут понять, что это за проповедь. И поэтому это занимает долгое время, я уже сказал. Бхагаван Шри Кришна, он принимает этот путь, он посылает Удаву во Вриндаван Дхам. Врач, и там Удав, он может узнать все. Удав Махарадж, он может узнать множество сокровенных вещей. И иначе это невозможно, иначе Удав Махарадж, он вернется из Враджа, и тогда
он сможет проповедовать эту божественную любовь среди ядовов. И кроме ядовов, еще многие, много преданных могут узнать, что это. Вчера я говорил о состоянии Нанды Махараджа. Нанда Махарадж, он не мог ничего сказать всю ночь. Нанда Махарадж, он обсуждал с Удавой о Кришне. И говоря о Кришне, Нанда Махарадж понял, вспоминал все его прошлые лилы, и его преполняли различные эмоции, голос его. В общем, он испытывал такое чувство, что не мог говорить. И различные эмоции преполняли его. И что он говорит? А Яшудана не могла ничего говорить, она просто плакала от горя разлуки с Кришной. Яшуда, она не могла ничего спросить, поскольку, когда гости приходят в ваш дом, ваша обязанность поговорить как-то с ними, приветствовать, расспросить, оказывать знаки внимания. Это такое естественное правило. Нужно показать гостеприимность. Но здесь мы находим относительно гостеприимности эти мадматаджи в комнате, которые там были в том доме, они... Они обычно выступают в роли таких хозяев, которые главную роль играют, а здесь наоборот, Нанда Баба разговаривал с Удавой, встречал его, а Яшуда не могла ничего сделать, даже что-то сказать не могла, она просто плакала из-за разлуки с Кришной, и она не в состоянии была что-либо сделать, и таково было ее состояние. Тайор итхам Бхагавати Кришне Нандо Яшодайохо Бикшану Рагам Рагам Парамам Нандам Ахо Уддхава Муда. What meaning? Тайор итхам. Тайор meaning? Тайор meaning? Здесь тайор значит Нандо Махарадж и Нанда Махарадж и Яшода. И видя их огромную любовь, огромное чувство к Бхагавате, к тому, кто Верховный Господь, Парад Парахилешвар, владелец бесчисленных брахманд, бесчисленных миров, и Удав, видя их чувства, он подумал, как это возможно, что отец и мать Кришны, Нанда Баба Яшода, они выражают такую любовь, которая бесподобна, она несравненна, непревзойдена. Как, откуда у них такое огромное чувство? И они чувствуют огромное влечение к Кришне. Анурагам Парамам, значит, абсолютную любовь. Мы не можем сравнить, что любовь Нанды Махараджа с кем-то, она несравненна, непревзойдена.
Нандам Аху Удхав. Then Удхав Махарадж, Удхав Махарадж started speaking to Нанда Махарадж. Follow. И Удхав говорит с Нандой. И Удхав Махарадж, он был удивлен, что, еще сказать. Он потерял дар речи, что Кришна, мой Господь отправил меня во Врадж, чтобы утешить их. Но я сам потерял дар речи. Я не могу подавать никаких слов. Что я могу сделать, чтобы утешить их? Это за пределами моих способностей. И поэтому я не могу ничего сказать. И вот это указание Кришны, то, что можно утешить моего отца и мать, которые на волоске от смерти, от горя разлуки. И поэтому, видя такое состояние, он сам не знал, что сказать. И что сказать о Ишоде? Она даже не могла посмотреть на Удхава. Не могла даже посмотреть на того, кто пришел, просто она рыдала на взрыв. И Нанда Махарадж и Удхав, они сидели в соседней комнате и разговаривали. И вот пришла. И вот они говорили о Кришне. И когда Яшода услышала, для нее это было подобно чему-то подобно огню. Ее сердце воспламенилось. Из-за таких воспоминаний о Кришне она просто лежала и плакала. И Удхав думал, что я могу сделать. Кришна отправил меня. Я не могу нарушить наставление Кришны, чтобы как-то утешить их. Но это за пределами моих способностей. Но все же я должен попытаться. Я послан Кришной. И как моя обязанность в том, чтобы попытаться утешить. И вот Удхав начал говорить Нанде. Бикшанурагам парамам нанду махо Удхаво муда. Ахо мане speaking to Удхав. Тайоритям бхагавати Кришне нанду ясудая. Бикшанурагам парамам нандам ахо махадва Удхаво муда. What speaking? Тайоритам бхагавати Кришне нанда ясодаю. Бикшанурагам парамам нандам ахо Удхаво муда. Удхавджи Махарадж, because Нанда Махарадж is now in the ocean of pain. И вот Нанда Махарадж, он погрузился в такие воспоминания, в чувствах огромной разлуки с Кришной. Иногда он пытался себя успокоить тем, что Кришна, он не его сын, а Верховный Господь. Как я могу заявлять, что он мой сын? И вот с таким чувством Нанда Махарадж пытался себя как-то утешить, но все же не мог. И такое чувство Айшварья, оно возникало в его сердце, но из-за родительского чувства быстро испарялось. Враджа Према — это нечто такое, которое за пределами нашего понимания. До сегодняшнего дня никакая философия, никакие риши муни, никто не может представить картину Враджа-дамы. Рупа Госвами пытается, но они... Но они пытаются сделать все, что могут, но
Мы не всегда способны все это воспринять. Как Шрила Бхактина такой, он пишет таким образом, что он описывает все таким образом, как будто показывает нам картину Голока Дамы, как Джайва Дхарма и другие. Можно увидеть, что Бхактина такой описывает, показывает нам картину Голоки. Его язык настолько прекрасен, настолько возвышен, что мы не можем даже представить, что такая бхава, такое... Он так описывает Голоку, что даже если мы слепые, то можем что-то увидеть. И они удачливы в своем. Они смогли должным образом представить все, но не каждый достоин, не каждый способен воспринять все это. И вот что Удав Махарадж думает, что же сказать и что не сказать. Нужно как-то утешить, и вот он говорит. What? Jubam slaggotamau nunam dehinam ihamanada narayane akhila guru yat kripto matiridrishi. Uddhav Maharaj speaking. И вот Удав говорит, действительно, они достигли успеха. Он восхваляет Нанду Ешоду. Поскольку их любовь, она не ждет никакой похвалы. Какие-то люди ожидают какого-то одобрения, хвалы от кого-то, но в Раджавасе даже не думают об этом, поскольку их сердце, оно полностью, оно заблокировано Кришной Премой, и ничто внешнее не может попасть туда. И вот Яшода Махананда Баба, они не ожидали, что кто-то будет их хвалить за то, что у них такие огромные чувства к Кришне. И такая любовь. Вы достигли величайшего успеха, обретя такую любовь к Кришне. К Нарайане. Почему он говорит Нарайана, чтобы Нанда Баба, он не испытывал такие глубокие чувства, чтобы смог что-то сказать, по крайней мере. Изначально Нарайана здесь имеется в виду. Так много титулов. Первое то, что он Нарайана. И этим словом Удав, он так хочет перевести чувство Нанды в русло Айшвари Бабы, чтобы Нанда Махарадж смог что-то сказать. Мы знаем Кришна Ванде Джагадгуру. Мы знаем об этом. И вот Нарайана, значит, Кришна. И что Удав Махарадж говорит? Удав специально не говорит Кришна. Он не говорит это имя Кришна, поскольку они очень привязаны к имени Кришны. Кришна, если он скажет Кришна, то они опять будут думать, что он их сын. И Удав решает вместо Кришны говорить имя Нарайана. Он гуру бесчисленных миров. И такую огромную привязанность вы имеете к Нарайане, Джагадгуру. Вы знаете Кришну, он Нарайана.
чтобы так или иначе Удав мог как-то сдержать свои эмоции. И таким образом Удав, он говорит больше и больше тату Авигьяны. Браджаваси, они не заинтересованы в тату Авигьяне. Им не нужно знать никакой тату, что они будут делать с ней. Они чувствуют, что Кришна — это их сын, их друг, их возлюбленный или еще кто-то. Это татва, она для нас с вами, для Враджаваси. Они имеют такую врожденную, естественную любовь к Кришне. Им не нужно изучать никакую тату Авигьяну, философию и прочее. Тату Авигьяна, она помогает нам как-то не сойти с пути. Она поддерживает нас, чтобы мы двигались вперед. Но в случае Враджаваси им это не нужно. Если мы, например, привлеклись чем-то материальным, то мы вспоминаем татву, что мы ученик как у великого гуру, и вспоминаем, что нужно следовать сочетанию Махапрабху и ведем себя должным образом. Это татва Авигьяна для того, чтобы помочь нам на пути нашего баджана. А если Враджаваси уже имеют такую великолепную прему, которая редка для Брамы и Шанкара, что они будут делать с этой татвой? И поэтому наш Рупа Госвами Пад пишет: Кришна Дева Бхаванта Ванде. И вот Рупа Госвами потом говорит нам об этом, но у Враджаваси естественная, природная, врожденная любовь к Кришне, им не нужна никакая философия и прочее. Они имеют врожденную любовь к Кришне. И после этого Удав Махарадж говорит больше о Айшваре, вот такой, о И вот он говорит: Нанде, ты имеешь какое-то представление о Кришна Баларами? Эти Кришна Баларам, которые ты считаешь своими детьми, почувствуй, смотри. Они изначальная причина всех вселенных. Ты не знаешь об этом. Кришна, ты заявляешь, что Кришна Баларам твои дети, но они изначальная причина всех причин. Ишвараха Парамакришна Сачидананда Виграха.
Ишвара Парама Кришна Сачидананда Виграха Анади Ради Говинда Сарва Каран Каран. И вот Брахма говорит, и Шри Чайтанья Махапрабху, то, что Кришна, он говорит в Брахма Самхите, то, что, вот, что Брахма Самхита — это лучшая книга, источник всей таттвы. И вот Махапрабху, он был в Южной Индии, он собрал эти две книги для нас, Брахма Самхиту, чтобы поддержать нашу Таттву Гьяну. Что, что нет, все, все там есть. И Расататва. И Кришна Карнамриту. И вот то, что увидел Брахма по милости Бхагавана, каков он сам, его дама, его спутники и все остальное. И он по милости Кришны в сердце Брахмы явилась вся таттва гьяна о Кришне относительно его тела, святого тела, дамы, бавы, всех спутников и всего остального. Своими собственными усилиями Брахма он не смог ничего понять. И только по милости Кришны это все явилось, и Брахма это все описывает в Брахма Самхите. И вот сейчас Удав он берет и Кришна Баларам, actually, is there, they, both of them, говорит, что Кришна Баларам, они изначальная причина всех причин. Они Пурша Прадхан. Pradhan first the possibility of this creation coming. After that, from Pradhan and Purush family, they're going to get Prakriti, all different, you know, modes of nature, Shataraja Tamo, some Shataraja, Shakti Devata, everything, Rajaguna, all different, I mean the branches of creation. Gradual, творение, оно происходит постепенно, и так все, по воле Господа, творится. What's speaking? Etau hivishyasya cha bija joni Rama mukunda purushaha pradhanam Anniyam hoteshu vilakshanasya Gyanasya cheshato imahum puranam. There the original reason nimitto and upadam, you know, two reasons. Описывается изначальная причина творения первого нимитья. So, nimitto, karan, they are actually an upadan. Upadan. Suppose I like to make one. I like to make one pitcher of mud. So I'll have to collect mud from sea, from river. Например, кто-то хочет сделать горшок из глины, нужно глину набрать где-то. Потом нужно гончарный круг, чтобы сделать такой хороший горшок и придать ему должную круглую форму. И вот изначальный этот компонент — это глина. Нимитья Каран — это этот гончар, который делает из глины горшок. И вот мы знаем из Гиты. Об этом Сришти, о творении, и Бхагаван говорит в Гите. You have to speak Harikatha, na?
your heart you will have to speak, then they can get inspiration. But bonded soul actually need continuous touch. Обусловленные души, они должны иметь непрерывную связь с Гуру Вайшнавами. Если эта связь нарушается, то их баджан буквально становится холодным. А если они находятся в связи с, в уме физически или думают о Гуру Вайшнавах, то их баджан он горит как огонь, а если нет, то остывает как пример с углем. Если он горит, его поддувают воздух, чтобы он горел лучше, то он сияет. А если начинает гаснуть, то он изменяет цвет, температуру и все прочие свойства. И также, слушая Харикатху, получая даршан вайшнавов, наш огонь баджан будет продолжать гореть и сиять. И таким образом в Гите Бхагаван говорит: о Арджуна, с моим... И вот Бхагаван говорит Арджуне: под моим началом эта вся природа, она дает рождение различным, различным этим существам, зверям, птицам, людям и прочим проклятием. Благодаря ей все рождается. У нас нет, мы не можем сами ничего сделать. Все это с помощью природы происходит. Если кто-то гневается, даже это тоже находится под контролем проклятия. Это проклятие влияет на нас с помощью этих гун. Кто-то любит кого-то или ненавидит, это тоже под воздействием природы. Но люди, они глупы и думают, что сами все делают, хотя находятся полностью под влиянием природы Пракрити. И вот смотрите, Удав Махарадж говорит, изначальная причина этого творения, и также все составляющие, все компоненты, благодаря которым все творится, как чтобы построить здание, нужен цемент, кирпичи, песок, вода, щебень рабочих, которые будут все делать. И вот чтобы построить здание, нужно вот такие компоненты. И Удав Махарадж говорит: These two, that Krishna is the original Bhagavan, is the first expansion. What Uddhava Maharaj speaking? Что Удав говорит, что они явились в двух формах, Кришна и Баларам, но они едины. Верховный Господь просто явились в двух формах. Рама и Мукунда. Здесь тоже указание, почему Удав Махарадж... Он мог сказать Кришна и Баларам, но говорит по-другому. Что говорит? Рама Мукунда. Почему он мог сказать Баджанардан или Кришна или Нараяна, а почему именно Мукунда? Он хочет этим указать. Рама значит Рама Мукунда или Рамджи. Вначале
Почему сначала Баларам имя употребляет? Потому что Баларам — это гуру татва. Он очень научно говорит все это. Баларам — он гуру татва, и по милости Баларама мы можем развить наше сердце, наше... Вот мы можем спахать землю нашего сердца, и Кришна может в форме гуру дать нам семя бхакти, и тогда из этого семени возрастет према. Почему Мукунда используется? Потому что все дживы в итоге обретут наивысшее благо Кришна прему, и это Кришна према дается Мукунде. И одно из имен Кришны — это Мукунда, но Мукунда почему? Тот, кто дарует прему. И вот Кришна, он дает прему в форме пожертвования нам, и поэтому Удав Махарадж, он научно так говорит Рама Мукунда Пурушо Праданам. И этот Парад Пракилешвар, он в форме Пуруши входит в сердца всех джив. И вот в сердце каждой дживы Пуруша. Пуруша — это слово значит тот, кто чувствует себя хозяином, наслаждением себя чувствует, то, что он хочет, хозяином своего тела. И есть два вида Пуруша. Но это Кришне больше применимо. Два вида Пуруша, но Пуруша находится внутри нашего сердца. Первое — это Верховный Господь в форме Параматмы. И второй Пуруш — это Дживатма. Она считает себя наслаждающимся хозяином своего тела. И этот Пуруша значит тот, кто имеет такое наслажденческое чувство, и это применимо к Бхагавану. И это так и есть. Но никакие наслаждения не могут поработить Бхагавана, он за пределами Майи. И вот Удав Махарадж говорит Пурша Прадханам в форме Прадханам. Прадханам значит все, все вероятные, все вероятные варианты творения, они в слове Прадхан заключены. Если спросит кто-то, что такое Прадхан, вы можете сказать, Прадхан значит все вероятное, все возможное разнообразие, все варианты творения, они в этом Прадхане находятся. Но если нет Пуруша, то творение бесполезно. Поскольку ради чего это творение происходит, если нет сознания, нет абсолютного сознания, нет души, то кто может без сознания никто не может это все. Нет причины, ради чего все творится. Поэтому Бхагаван Шри Кришна, он входит в сердце всех душ в форме параматмы. Это тоже называется Пуруша. А вот другой Пуруш — это дживатма, которые управляют ложное эго, считают себя хозяином своего тела, пытаются наслаждаться как-то. Бижа джони Рама Мукунда Пурушаха Праданам Онниё is all, you know, Онниё mean is overlapping. Они, значит, Пракрити и Пуруш, Пракрити и Пуруш такая смесь. Мы не можем понять, где Пракрити, где Пуруш. Only if I look at your body, you are speaking, I can feel the Chetana is there, nothing else.
Follow. If Chaitanya is there, not there, if I am dead body, who is going to talk with me? Благодаря присутствию сознания, все существа не живые. Когда сознание уходит, то жизнь вместе с этим сознанием она уходит из тела. Пурано – значит изначальная причина. Внутри всех живых существ Господь в форме антарьями, сверхдуши, пребывает в каждом сердце и проявляет так шуддагьян. Бхагаван, он проявляет такое чистое знание в сердце каждого джив. И если Бхагаван хочет, чтобы мы были заняты с этими материальными наслаждениями, Бхагаван может открыть знание для нас или закрыть двери знаний. Если мы заняты наслаждениями только и заинтересованы в них, то духовного знания такие люди, как правило, не обретают. И то есть Бхагаван может нам представить в форме гуру или в форме майи. Material. They are going to get inspiration. Oh, it's my duty. I must go to service this there. I have my small children. This kind of feeling. You are suffering according to your karma form. Люди страдают в соответствии с плодами кармы, которые Бхагаван посылает как-то. Поэтому он как-то вовлечен в это. Карме они заняты материальной деятельностью. Они могут дать нам какое-то материальное знание. Применять как эти знания можем на практике, чтобы какой-то обрести какие-то плоды. Кто-то, например, следующий в экономике, может. Знает, куда вкладывать деньги, как забирать их, прибыль с рынка. То есть человек знает такую экономику в соответствии с этой кармой, тоже он получает вдохновение от этой кармы своей. И Удав Махарадж говорит, эти два Кришны и Баларама, они отдельные, но и он говорит, именно Рама Мукунда, а не Кришна Баларама, они явились в двух различных формах, но по сути они едины. И после этого Удав говорит о Таттва-гьяне, И вот Удав, он непрерывно говорит о Таттва-гьяне. Jasmine janaha pranam yoga kale chanam samavesha mano vishuddham nirhitto karma shayam asuyati paramam gatim brahmamaye alko varna. What's speaking? Jasmine janaha pranam yoga kale chanam samavesha mano vishuddham nirhitto karma shayam asuyati
Парамам гатим брамо майо мамо майе брамо майе арковарна. What speaking? Jasmin jana. If somebody going to concentrate. И вот он говорит, если кто-то, Удав Махарадж, если кто-то так или иначе будет во время оставления своего тела думать о Кришне Балараме, так или иначе, случайно или специально, то в этом случае какое благо он обретет? Вы знаете, когда вы оставите тело, если вы сможете помнить Бхагавана Шри Кришну, какое благо вы обретете? Можете ли вы подсчитать? Нет. Но поэтому мы не можем. Если мы могли бы представить, какое великое благо мы могли бы обрести, памятуя Кришне, то тогда вы сразу же начали бы заниматься Кришна-севой. Но не все могут, кому-то слишком жарко, слишком холодно, еще что-то, но для подлинных саду это никакие препятствия, неудобства не имеют никакого влияния на их решимость совершать Кришна Севу. Я видел одного саду, который совершал свой баджан, несмотря на землетрясение, мороз, жару и прочее, он совершал парикраму каждый день. He loved me. I repeatedly told this kind of, you know, thing. I was also doing daily parikrama. Я тоже совершал парикраму каждый день, когда я был во Вриндаване. Иногда даже два раза успевал Гавардхана быть полностью. I was also having it, but not like that sadhu. I was busy with Ванишева also. Но также Ванишева занимался, но тот саду он только парикраму совершал. У него такой баджан был, каждый день обходить Гавардхан. В Акадыш он две парикрамы совершал. Он этот саду очень уважал меня всем сердцем. И вот он так каждый день совершал киртан и обходил Гавардхан. В Акадыше даже два раза успевал. И ни с кем не говорил, только успевал киртан. И такой у него баджан был. И вот мы... Почему Санатан каждый день совершал парикраму? Потому что он чувствовал вдохновение, поскольку без вдохновения никто не может ничего делать. Когда мы будем чувствовать вдохновение от Гуру Вайшнава, то мы сможем посвятить жизнь ради служения им. И поскольку мы не понимаем, что какое великое благо мы можем обрести от служения Гуру Вайшнава, поэтому не стремимся служить им. Любые прани, джатаю он оставил свое тело Рамачандра, только чтобы сказать Рамачандре, что твоя жена Сита, она похищена Раваной. Только чтобы Равана, он практически убил этого Джатаю, но Джатаю, брат Джатаю Сампати, тоже птицей был. Джатаю, он подружился с Дашарадхой.
Jatayu making friendship. Jatayu making friendship with Dasarathji Maharaj. И вот Джатая подружился с Дашаратхой, отцом Рамачандры. Father of Ramchandra, Jatayu. И Джатая, когда он был полумертв, он был почти убит Раваной, но все равно жил. И ждал, когда Рамачандра придет, чтобы рассказать, что случилось. Джатая плакал, Рамачандра тоже плакал. И вот сейчас вы подумайте, какая великая удача. Харидас Такур, он молился Господу. Я думаю, что ты уйдешь из этого материального мира. И Харидас Такур говорит, я подозреваю, что ты... Уйдешь из этого материального мира, и моя просьба в том, чтобы не видеть этой лилы твоего ухода. Перед тем, как ты уйдешь, я хочу уйти. Махапрабху говорит, как это возможно, все мои лилы, они происходят вместе и с тобой. И вот Харидас так сказал, я хочу во время оставления своего тела, я хочу видеть твои лотосные стопы, твои лотосные уста. Я хочу поместить твои стопы к себе на грудь и смотреть на твое лицо и оставить, смотреть на твое прекрасное лицо и оставить тело таким образом. Пожалуйста, благослови, дай мне такую возможность. И следующий день, когда Махапрабху пришел, спросил Харидас, как ты? Тут сказал, так или иначе, как-то живу, но чувствую, но ум, мой ум, он беспокоен, и он говорит ради нашего блага. Харидас, then Haridas calling Prabhu, come. Prabhu coming? Prabhu no. Prabhu. И вот Махапрабху спросил, как Харидас, и Харидас сказал, что вот собрался умирать, и попросил подойти. И вот Махапрабху подошел к Харидасу, он одобрил уход Харидаса Такура и взял его лотосные стопы себе на грудь. Мой Гуру Падма тоже, он однажды взял, поместил лотосные стопы Шрилы Прабхупады к себе на грудь. Я в день ухода Шрилы Прабхупады, я буду говорить об этом. И он смотрел на лотосные уста Махапрабху и повторил Шри Кришна Чайтанья и оставил свое тело. Как Питамаха Бишма. Бишма, он ждал, чтобы Кришна пришел, он увидел лотосные стопы Кришны и оставил тело до этого. На Курукшетре он ждал, чтобы Кришна пришел. Он не оставлял свое тело, а сразу же, как его убили, а ждал какое-то время, чтобы увидеть лотосные стопы Кришны, как Харидас Такура, Питамаха Бишма. Они могли оставить тело по своему собственному желанию. И вот они ждали благоприятного времени и оставляли свое тело. Нирхитто кармо саямасу яти парам гатим брахмо мои мои аркварн. When somebody, когда кто-то во время смерти, он думает, концентрируется на лотосных стопах Верховного Господа Бхагавана, то тогда он может избавиться от
всяческой обусловленности от всех препятствий. Они все уйдут с его пути. И его ум становится чистым. Он может сжечь все предыдущие последствия своей кармы. Он может стать Брахмамоем. Он не будет видеть ничего, кроме Брахмы. Он будет сиять и проявлять такое пракаш другим, как я привести могу пример Дхрува Махараджа. Дхрува Махарадж наставил тело, но Дхрува Махарадж не просто так оставил тело. Все умирают, и после этого ну, обычно попадают на Вайкунтху или еще куда-то, но Дхрува Махарадж не в том же теле, он не оставлял своего тела. Дхрува Махарадж в этом же теле, он сел на Виману, которая пришла за ним, чтобы отвезти его на Вайкунтху. И сама ужасная смерть пришла к нему. Возмущаться, куда он тут собирается в этом теле. А Дхрува Махарадж уже заходил на этот Виман, и эта опасная смерть пришла возмущаться, куда он собрался. И Дхрува спросил, кто ты спрашивает такое, и сказал, что я сама смерть. Никто не может преодолеть меня. И когда смерть сказала, никто во всей истории не мог пересечь меня, преодолеть меня, и Дхрува Махарадж наступил на голову этой смерти и забрался на Виман. И Дхрува Махарадж поставил ногу на голову смерти, и в этом же теле он продолжил. И когда Дхрува Махарадж совершал все лилы в этом материальном мире, то его тело было как обычное тело. Как он родился как обычный человек, но сейчас, когда Дхрува Махарадж сел на колесницу, на Виману, его тело стало теджамой, оно сиять начало. Все видели это. Оно стало подобно золоту, и сияние исходило из его тела. И вот Удав говорит, если кто-то думает о лотосных стопах Верховного Господа во время смерти, он может избавиться от всех проблем. Завтра мы хорошо эту шлоку обсудим. Jasmin janah pranav yog kal chanam samavesh mano vishuddha nirhitto karma sayama suyati param gatim brahmo mai arka varna like sun god. Как солнце восходит на востоке, и также он достиг успеха.
Татим Брахма Майо Аркавар. After that, again, Uddhav Bhimara speaking. И вот Уддав, он продолжает. Он пытался как-то сдержать чувство Нанды. Тасмин бхаванту, тасмин бхаванту, ахилатма хету, тасмин бхаванту, ахилатма хету, нараяне каранам мартамурту, бхавам бидхатвям нитрам махатман, кингвавасистам джубайо сукритам. What do you need more? Что нужно еще? Уддав говорит, что тебе нужно еще. Ты достиг успеха. Дхрува Махарадж в соответствии со своим представлением, он говорит, что вы оба достигли успеха. Имейте такую огромную любовь к Кришне Баларами. Непрерывно думайте о них без всяких интервалов. Вы достигли успеха. Что еще вам нужно? И Уддав Махарадж в соответствии со своими представлениями, он говорит так, поскольку он Айшварья мой бхакта, он преданный в таком настроении Айшварья, благоговение перед великолепием Господа. Jasmin bhavanto akhilatma hetu narayane karanam arto murto bhavam vidhatvam nitaram atman kingma avasistam jivayo sukritam ya sukriti твое сукритие оно наивысшее. И как вы, насколько вы удачливы. И что еще же вы хотите? Что осталось? Люди совершают яги или тапу. Так много вещей совершают, чтобы обрести внимание Господа. И более того, чтобы обрести связь с Господом. Люди совершают аскезы, парикрамы. Для чего? Чтобы развить связь с Бхагаваном. Ради чего они все делают, постятся в экадаши. Ради чего? Ради хорошего здоровья или какого-то духовного блага. Просто поститься для здоровья — это глупо. Лучше поститься для Бхагавана. Чистые преданные, они мало спят, около 4 часов. Но обусловленные души часто весь день спят. Что за баджан они совершают? Просто спят. Весь день мы должны посвятить Кришна Севе, а не сну. Тасмин бхавантоу ахилатма хетоу. И тот, кто причина всех причин, Верховный Господь. Нараяне каранамурту. Кришна Баларам, они подобны Нараяне. У них есть огромная бхава, огромное чувство к Кришна Баларама. Бхавам бидатвам нитарам continuously абхикнам continuously нитарам non-stop, Mahatmana, you are great. So what?
И вот мы совершаем аскезы парикрама ради чего? Чтобы развить связь с Бхагаваном. Яшодама, она несомненно не повторяла никакие мантры, аники и прочее. Она служила Кришне непосредственно. Она не говорила Кришне, что подожди, сейчас аник повторю, пуджу проведу, 5-10. Нет, она сразу служила Кришне без всякого промедления. Если Яшода говорила бы Кришне, подожди, сейчас помоюсь, там, ани повторю, пуджу сделаю, то все 5-10, то Кришна там оголодал бы. Нет, они сразу служили Кришне без всякого промедления. Радхарани тоже они не повторяла, чтобы Кришну обрести. Никто не видел этого. Их любовь к Кришне, она огромна, она автоматическая, врожденная. И Яшода поэтому не повторяла никаких аников, гайтри и прочее. Она имела такую врожденную любовь к Кришне. И Удав говорит, что еще вы хотите? Вы достигли абсолютного успеха в жизни, вы имеете такую огромную любовь к Кришне, Баларами. Люди совершают аскезу, постятся, делают все, чтобы обрести бхакти, а вы уже обрели его. Естественную бхакти, естественную преданность. И вот сейчас Удав говорит, он говорит таким образом, такую тату приводит с таким сокровенным настроением. Удав, он думает, что если вообще Кришна сейчас он придет в Нанда, в этот Вавадж, что там в Матхуре ситуация так очень плоха, Ядава, куча проблем, и этот Нанда Махарадж, а Удав, точнее, он тоже с династии Яду, и вот он думает, что Кришна, если сейчас сюда придет, то Нанда и Яшода будут счастливы, но ситуация в Матхуре, она еще хуже станет, поскольку Кришна Баларам как-то там контролирует все, как-то руководит экономикой, политикой занимается, какие-то сложные вопросы решают. Поскольку эта группа Джарасандхи, они нападают, а группа Камсы и тоже беспокоит всех. Такая сложная там ситуация, и Удава думает, если Кришна придет сейчас, то в Матхуре будет все очень плохо. Then we would be in problem. We Jadava. So Uddhava Maharaj from inside don't want Krishna right. И вот Удав, он не хочет. Uddhava Maharaj from inside, deciding. And Uddhava Maharaj cannot approve from heart. И вот Удав не может одобрить, чтобы Кришна Баларам прямо сейчас пришли. Может, там когда-нибудь на полчаса, на час придут, посмотреть, что происходит, и уйдут, это как более-менее пойдет. Но постоянно, если Кришна Баларам постоянно будут находиться тут, то это нехорошо, плохо. There is a nice shloka also. И вот здесь прекрасная шлока. Бхо-бхавану-куруна-мадхуна-вату-срихит-диддикшая-татрабда-коти-пратимаха-хану-бхавит
Рамин бина акчарива наставачита. In the first canto, not here. И вот в первой части. In first canto, Bhagavata. Бхагаватам. Те Дваракаваси, те, кто находится в Двараке Ядава, они плачут перед Кришной и говорят, иногда ты отправляешься в Индрапрастху, чтобы встретиться с Панчапандавами. Куру. Вот они, Панчапандавы, они с Куру-Куру Вамши, те преданные. Дваракаваси, те, кто находится в Двараке, они плачут перед Кришной, о Прабху. Иногда ты в Индрапрастху посещаешь, иногда в Раджадхаму. И здесь вот такой... Здесь намек такой. Jarhi, jarhi, ambujakshop sasar bhuvan. Jarhi, ambujakshop sasar bhuvan. Kurun, madhun, bato, shuhir diddikshaya. Tatrab dhokoti pratimaha khanu bhavin. Ravin bina aknorivo nastavachutaha. И те Дваракаваси, Ядавы, они говорят, о Прабху, когда ты уходишь прочь, чтобы получить даршан Панчапандав и Мадхуну, значит, Мадхуна это такое, Мадхупури. Слово Мадхуна значит те, кто находится в Мадху, Рамандале. Не думайте, что Кришна встречается с Мадхураваси. Поскольку Кришна да, отправился в Двараку, и когда он уже ушел в Двараку, то Мадхура она пуста в то время. И вот Мадхуну значит Мадхура Мандала. Это слово Мадхуну значит Мадхура Мандала, включая Вриндаван. Поскольку Мадхура с помощью Югамая Кришна всех Мадхураваси перенес. Дваракаваси не знают, но Кришна с помощью Югамая всех Мадхураваси перенес в Двараку. Они не знали, как они очутились в Двараке. И вот здесь намек дается. Шукадева Госвами говорит о Бхаве Дваракаваси. Те, кто И вот и когда ты покидаешь нас, то каждую часть секунды, когда тебя Кришна нет с нами, мы думаем, что проходит тысячелетие. Данте тинакам нидхайо падайор нипатто какушато этадахам бабрими хе шадаво шакалами бабихайо дура чайтанна чанда чарани курутанураг чайтанна чанда чарани курутанураг ванчакалпадру сикке басинды бавич патитанан павани павишна вьо наму